Всем привет, ребята, с вами я, Радар, и сегодня я вам покажу, как можно скачать Ноутс Браво. Для этого заходим в Телеграм и пишем Ноутс Браво. У меня уже есть, но я вам напишу. Ноутс Браво, вот. Также тут есть не только Ноутс Браво, Ноутс Клэш и... Вот есть сейчас, вот мы немного вверх так заходим. И тут есть, вы скачиваете вот этот файл, разрешаете, если у вас будет разрешение. Оно у вас скачивается, и вы заходите в Ноутс Браво. Давайте вы что посмотрели, что это реальный Ноутс Браво, я вас не обманываю. Вот заходим. Даже шелька вот там есть. Так. Ну вот, все бравлеры у вас есть. Ну, там они, может быть, не все. Ну, там, например, Честера. Ну, вы там можете потом купить за гемы, там, или выбить с одного ящика, как я раньше выбивал. Кстати, тут остались ящики. Так же путь свой. Вы можете собирать Brawl Pass, который уже пройден. Квестов тут нету. Ну, давайте, не знаю, одну каточку на Макс тогда. Давайте сыграем. И, наверное, будем подводить, наверное, итоги. Давайте ночное столкновение. Тут, кстати, много режимов еще тоже. Вот, есть. Ну, даже... Ну, тут есть, они, короче, меняются. Тут даже есть осада. Осаду не удаляют, потому что... Это ж нус. Так что, так, тут старые карты, так что не удивляйтесь. Блин! Извиняюсь за тот киберспорт. А, кстати, забыл вам еще показать. Тут есть все скины, все-все-все, которые вам нужны. Значки все вы можете поставить, любой значочек себе. Снаряжение, гаджеты, пассивки, там все там другое. Давайте сейчас за Вольта еще раз сыграем, потому что замок случайно слился. Еще раз повторюсь, тут старые карты, так что не удивляйтесь. Куда они тут? Вас не взломали, никого не взломали. Ничто не взломали, просто тут старые карты. Ну, кстати, можно поностальгировать. Сейчас за Вольта попробую что-то сделать тут. Ну, поиграть. Блин, у меня, короче, также еще вышел ролик по Майнкрафту, если вам интересно. Типа сейчас... А, бесконечный механизм. Можете его посмотреть. На двигатель. Как сделать бесконечный двигатель. Можете посмотреть. Если вам будет интересно. Жаль, тут гаджета на телепорт не остался. Но он был тогда не да. Опа! Все, вынесли наконец-то, блин. У меня всю катку уже. Ну так, не надо. Вот, еще один. Ловили на шуточки. Да, блин, что вы меня трогаете? У тебя значит есть. Ладно. Киберспорт показали. Ладно. Всем пока, удачи. Добрый день, Бог вам здоровочка. С вами был Радар. Всем пока.